Пришел в себя? Простите, а где я? Ну как где? В больнице. Ой, да не волнуйся ты так, милок. Слава богу, все уже позади. Сейчас вот клизмочку тебе поставим. И жить будешь. Жить? Клизмочку? Какую операцию? Подожди, милок. Частичная потеря памяти. Я же тебе говорю, в больнице ты. Операцию тебе сделали наши лучшие специалисты. Вот. Ампутация левой конечности. Какой конечности? Что вы такое говорите? Вот все конечности на месте. Да? Да. А, подожди-ка. А это я перепутала. Ну, так я же... У тебя... Вижу. Удаление... Чего? Аппендикса. Как? Второй раз? Ну, почему второй-то? Да потому что мне его еще в детстве удалили. Да? Да. Ну, я не знаю, может, вырос опять? Кто? Ну, этот. Аппендикс. Да что это вам? Сорняк, что ли, какой? Сколько же его можно удалять-то? Больной. Врачам виднее. Если вырастет снова, будем удалять. Еще раз. Ну, это бред какой-то. Что вы такое говорите? Какой аппендикс второй раз? Это о, просто... Подожди, секундочку. Ну? Этого-то с аппендиксом ночью в реанимацию перевели. Вот тебя на его место-то и положили. И что же у меня на этот раз? У тебя какие-то камни. Камни? О. Какие камни? Ой. Ну, это уж я не знаю, это у тебя надо спросить, какие камни. Глотайте всякую дрянь, вот, наверное, камни ты проглотил. Да что вы такое говорите, не глотал я никаких камней. Точно говорю вам. Может быть, вы опять там что-то напутали, посмотрите там у себя. Больной, я никогда ничего не путаю. У меня тут про тебя вот все написано. Вот, пациент. Пациент? Пациент? 1928 года рождения. Какого? 28-го. А что, неплохо сохранился, а? Да что вы такое говорите? Вы посмотрите на меня внимательно. Ну какого 28-го? Да у меня бабушка гораздо моложе. Но... Не знаю про бабушку. Да не про бабушку, а бабушку. А про тебя у меня тут точно все написано. 1928 года рождения, Петренко, Василиса Петровна. Ну, и какая я вам, Василиса Петровна? Да уж какая-то подозрительная. Подожди, а... Как ты говоришь, твоя фамилия? Ну, Иванов моя фамилия. А что ж ты молчишь-то, а? Лежишь тут, понимаешь ли, аппендикс выращиваешь. Вас тут больных вон сколько, а я, понимаешь ли, одна. Попробуй тут, уследи за вами. Как сказал фамилия? Иванов. Что ты, где ты уже слышал эту фамилию? Где? Иванов. Иванов. Ну, вот же. Ну. Вот и разобрались. У тебя операция по смене пола. Да не волнуйся ты так. Больная. По смене пола? Я ж тебе говорю, у нас самые лучшие специалисты. Заветная мечта твоя сбылась. Теперь ты женщина. Нет! Я мужчина. Что? Мужчина, я не давай, хочу быть женщиной. Надо было думать. Да я мужчина. Ну, что ты молчал-то? Я пришел сюда к вам тещу навестить. Она у вас в психиатрии лежит.
я мужчина. Подожди, подожди, чего ты сказал? Тещина мужчина. Тещина мужчина? Да, мужчина я. А это какая палата? Не знаю, мужчина я. Ой, милок, ты меня прости. Что? Я ведь тут всего неделю работаю-то. Вот палату-то и перепутала. Как? Ты подождите, еще... со мной-то что? А что? Да все нормально. Ты пришел сюда тещу навестить. Так. Тебе сказали, что ее выписали. Так. А ты чего-то в обморок упал. Ну вот тебя сюда и положили. Подождите, так выходит, я здоров? Как бы! И я мужчина? Поздравляю! Я же вам говорю, у нас самые лучшие специалисты. И я могу идти? Да, конечно. Да. Но если тещу свою увидишь, так. Передай ей, чтоб к нам зашла. Зачем? Да мы ее по ошибке выписали.